Администрация Владимира поделилась кадрами создания памятника Спиранскому. Скульптор Алексей Степаненко уже завершает работу. Монумент должен появиться во Владимире осенью этого года на площадке перед областным судом. Открытие памятника запланировано к ежегодным спиранским чтениям. Высоту статуи известного государственного деятеля и нашего земляка будет порядка 4 метров, а вместе с постаментом около 7. Памятник областной столице подарит Фонд развития и поддержки органов и организаций системы юстиции. Изначально увековечить память государственного деятеля Михаила Спиранского планировалось в сквере рядом со школой номер 49, но локация оказалась слишком мала. В результате было решено установить памятник на площадке перед областным судом. Сама скульптура будет направлена в сторону площади Победы.